Привет, дорогие подписчики! Мы продолжаем проходить Мертвый остров. В последней серии мы добрались до города, вот до этой вот церквушки. Одно но, сразу предупрежу, что в этот раз перед записью я забыл выключить оповещение по интернету, поэтому сейчас возможно, что нас будут доставать сообщениями подписчики. Так что не удивляйтесь, возможно, даже кто-то подлезет играть. Но, в принципе, я от компании не откажусь. Ладно, если кто залезет, пусть бегает с нами. Но сами мы, естественно, никому лезть в игру не будем. У нас свое прохождение. Блин, надо было оповещение отключить. Так, ну что, задание у меня, насколько я помню, я опять не играл парочку деньков. Так, поговорить с матерью Еленой, понятно. То есть я сейчас загрузил игру, у меня опять этот квест на начальную точку сбросился. Так, ну давайте поговорим. Да-да-да, мне нужно насосную станцию. Спасти друзей. Хорошо. Заодно давайте посмотрим, возьмем какой-нибудь квест, если он достаточно интересный. Если нет, то, естественно, не возьмем. Рутиной заниматься не будем. Мне нужно сделать нечто ужасное. Ого. Please, this is not easy, but I would like you to lay them to rest, to stop their suffering. Слушайте, это, блин, серьезное задание. Сложность средняя, конечно же, возьмем. Thank you. Here is a photo of them. Ладно, сначала упакуем его семью. Я думаю, это будет милосердно. Так, что еще у нас кто хочет? Ты мне, конечно, не нравишься сразу, но давайте попробуем. Блин, модификация импульс. Блин, это вот это как раз та самая рутина, про которую я говорил. Я понимаю, конечно, что я пропускаю дополнительную экспо, но пока что я сложности и так не испытываю, поэтому хрен бы с ними. Сейчас я еще буду ходить по городу расклеивать объявления, вот еще не хватало. Так, и что хочешь ты, девочка, Диана? Инсулин? Хорошо, так, нам нужно для начала достать инсулин и упокоить его семью. Давайте посмотрим, что ближе. Так, задание. Ну-ка вот, достаньте инсулин. Это у нас, охренеть, это у нас довольно далеко. Ладно, так, теперь давайте посмотрим, хладнокровно у нас где находится. Хладнокровно. Я не понял. Что-то непонятно, честно говоря, где находится это. Хладнокровно. Вот, видимо, оно, что ли. Блин, даже не знаю. Ну, видимо, это оно. Давайте мы сначала сходим за инсулином. Потом сходим, выполним вот этот квест. Так. А, кстати, голос неба у нас тоже в городе где-то находится. Это где? А, это тут и все, короче, в разных местах. Ладно, давайте мы сначала за инсулином сбегаем. Починить оружие мне желательно, конечно. Извините, я сегодня много топчусь на одном месте. Я просто опять отвык от всего, что есть в этой игре. Так, ну с Богом, пошли. Я еще ни разу не был в этом городе, так что пожелайте мне удачи. Городок такой туристический, но, конечно, местные достопримечательности теперь уже не доставляют в том объеме, как раньше.
Так, довольно-таки безлюдно, надо сказать. Но общая картина разрухи, конечно, тихо. Ой-ой-ой. А! Твою мать. Ах! А! Валим. Куда я попал? Я что-то сглазил, по-моему. Тихо. Давай, пошел. Кто там кричал? Твою мать, в городе это вообще жесть какая-то. Так. Ладно, где кричали? Ты чё в меня целишься? Мне кажется, или он реально враждебен, этот парень с пистолетом. А! Ах ты сука, а? Сейчас ты мне за это ответишь, бля. Так, ну вот, допустим, вот эта бита, я думаю, тебе понравится. Блин, не дотягивается, что ж такое. Так, маленько по... Кто там кричит так страшно? Маленько паркура. Твою мать. Капец, меня убили. Так, ладно, будем знать. А здесь есть враждебные люди с огнестрелом. Это печально, надо сказать. А, так, меня откинуло на уровень, я так понимаю, назад. Ввиду смерти. Блин, а? Прокачаем выносливость. Надо быть крайне осторожным в этом городе. Это обалдеть какой-то, блин, я не знаю, шандец просто. Так, возьмем-ка мы вот это вот. И побежали. А, тут хрен пройдешь. Ну ничего, братак. Браток, сейчас все будет. Братак, говорю. Сейчас надо отомстить этому гандону. Извиняюсь за выражение, но по-другому я его назвать не могу. Сейчас все будет, дорогой. Сейчас ты мне ответишь. А, блин, там их двое. Охренеть. А, ладно, нам того не стоит явно. Я просто не сдюжу. С двумя сразу. Дождь пошел. Грибной дождик. Ах, тихо, аккуратно. Так, ладно, аптека. Тихонько пробегаем мимо них. Это плохо кончится, плохо кончится. Блин, ты посмотри, погода портится. Блин, тут взрывной. Сука. Вашу мать. Так, закрываемся, кедрини фени. Да ты чё шутишь, что ли? Ладно, с той стороны это терпимо. Небольшой глюк. Так, средняя аптечка. Блин, убери, давай. Хорошо. Я, конечно, так не оглядевшись... отвернулся от прилавка, а там наверняка сейчас кто-то есть. Так, мне нужен инсулин. Сначала мне нужно восстановить здоровье, конечно же. Так, средняя аптечка. Использовать, я же сказал. Ой, так и не разобрался, как чё. Хер поймешь. Ладно.
Сейчас каких-нибудь энергетиков найдем. Он явно притворяется, да-да-да. Так, все прекрасно. Гибкий шланг. Задняя дверь у нас, к сожалению, слепая, никуда не ведет. Инсулинчику. Блин, да чего опасно в городе, это же обалдеть. Закусона. Сейчас восполним здоровье, побежим обратно. А, хорошо. Так, ладно, все. Блин, погода-то испортилась, это плохо. Ладно, с Богом. Блин, да? Давай, давай, давай. Энергетик. Тут они, насколько я понял, меня не могут куснуть. Хорошо. Так, потихоньку, помаленьку. Здравствуйте. Так, отдышимся маленько. А, погодите, а куда мне указывает карта? Почему она мне сюда указывает? А, еще сюда бежать? Подожди, я что-то не понял. Я же достал инсулин. Ну, достал я так. Видимо, надо поболее его, да? А, ладно. А, побежали. Аккуратно. Блин, да чего в городе опасно? Тут на узкой улочке с кем-нибудь встретишься, и все, хана. Твою мать. Но. Не надо. Не надо нам этого. Так, тихо. Отлично. Блин, зачем я это взял? Оно мне не нужно. Тут что, тоже злые люди, что ли? Или мне кажется? Ладно, не будем встревать пока. Ох, надо было отключить опять оповещение. А, вот она. Сука! Блин, тут ломать придется, так что надо тебя убить. Быстро, 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 быстро. Отлично. А! До свидания. Так, теперь ты. Хорошо. Фу, блин, на что я подписался? Так, я надеюсь, хотя бы во второй аптеке у нас... Ты дура, мать твою. Ты что, сквозь стену прошла, что ли? Ну ладно, будем считать, что это нормально. Неторопливый револьвер у нас. Мы его можем? Да, можем. Револьвер неторопливый. Ладно. Так. Инсулин, инсулин. Энергетик. И что, возвращаться наконец, нет? Да, слава богу. Пора возвращаться. Так, тихонько, тихонько. Все, пора. Пора валить отсюда. Причем по-быстрому. Довольно забавный палец, надо сказать. Избитый сделан с гвоздями. Так, что у нас тут? Припасенная закуска. Хорошо. Так, вот тут, видимо... Ой. Постепенно распогодилось.
блин. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тут у нас с пистолетами, парни. Главное не налажать сейчас. Тихо, 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 бежим. Фу, блин, не туда бегу. Там уже кладбище. Вот на кладбище я точно не хочу. Да, город это, конечно, прям настоящий. Чуть ли не Resident Evil. Атмосфера определенная есть. Давайте поможем, наконец, этой девочке. Держи, мамаша. Так, хорошо, давай, Денги, Денги. Ладно, теперь надо упокоить твою семью. Судя по всему, хладнокровно. Ну, я так понимаю, что... Так, магазин. Блин, а кто у нас в магазине? Я никакого магазина тут не видел, честно говоря. Но мне, судя по всему, вот сюда надо. Блин, как туда попасть-то, а? Так, извините, я почесался. У вас там, наверное, прогрохотало все. Так, ну ладно. Пора выдвигаться. Пора двигать. Я думаю, я успею это задание в сегодняшней серии сделать. А уж, собственно, на насосную станцию пойдем в следующий. Блин, как тут много мест, куда можно пойти, это же обалдеть. Обалдеть, там кто-то орёт. Тихо, тихо, спокойно. Так, соберитесь все вокруг машины, уважаемые. Мне нужно, чтобы вы встали в кучу. Давай, давай, давай. Поближе, поближе. Кучнее, народ, собираемся, кучнее. А теперь бежим. Бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой, вот тут вот на кого-нибудь нарваться, это жопа. Так, тихо. Сука, куда я попал? Не дай бог опять застрял. Это, блин. Подожди, я куда-то не туда иду. Ох, этот указатель меня с ума сведет. Ну, если я пойду отсюда, то все-таки мне, наверное, будет удобнее оттуда пойти, да? Иди нахер. Так, все, побежали. У-у-у. Твою мать, это что за трущобы такие? Здравствуйте. Куда я попал? Куда? Сука, сука. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Суки страшные. Так, ладно, 100 метров осталось. Так, а тут, похоже, какая-то центральная улица, что ли? Не знаю, это все плохо кончится. Зачем я подписался на это все? Давай, так, где близко, нет? Да хрена еще довольно-таки идти. Так, тихо. Но куда ты опять меня ведешь, а? По-моему, мне вот сюда. Умолите, суки, написано. Тихо. О!
Твою мать. Блин, вот это вот реально херово. И что мне тут делать, интересно? Я надеюсь, сзади зомби не придет. А! Сука, патронов больше нет. Блин, твою мать, все равно убили. Ах, ладно, взяты пистолетные патроны, сейчас я вам покажу. Если, конечно, они не исчезнут. Ага. Так, и где я оказался? Ты кто? Где я вообще? Какого хера? Я не понял. Ну, что ты хочешь, Стэн? А, это по-моему. Давай попробуем. Так, мне по-любому кажется сюда. Или тут еще один дом. Да что ж такое? Ладно, сначала сюда. Хотя, возможно, это все-таки. Блин. Ты хер поймешь. Пошли пока. Вот с пистолетом, конечно, целиться удобнее было бы с мышки. Но да ладно. Тихо. Блин, в городе просто вообще жесть какая-то. Так, мне, скорее всего... И чё? Чё-то против зомби оно... Вообще никак. Ладно. Блин, чё-то я запутался. Извиняюсь. Сначала мне нужно выполнить хладнокровно. Я из этого сюда пришел. Хладнокровно у нас вот здесь, судя по всему. Или таки вот здесь. Все-таки, по-моему, вот здесь. Хер поймешь меня. И, по возможности, мне нужно перестать вступать в бой столкновения с этими уродами. Да блин, твою мать. Вот только с тобой не хватало. Так, теперь. Где этот долбанный магазин? Блин, скажу честно, я заблудился. Так, где вход? Блин, просто запутался уже. Очень много места, куда можно пойти. А, ну это круто, конечно. А, по-своему круто. Контрольная точка. Так, а здесь два зомби должны быть, да? Хотя, возможно, я таки зашел в тот дом, где бандиты. Хрен знает, сейчас узнаем. Тихо. Тут зомби, значит, мне понадобится. Понадобится оружие. Ты что, спецназ какой-то, что ли? Ладно. Блин, еще. Тесак на вас. Давайте, ребят, давайте. Идите сюда. Да!
кто такой вообще? Так, ты кушай, кушай. Это чё, я не пойму, какой-то мародер что ли был? Тут явно больше, чем двое зомби, поэтому я уже не очень рад, что пошел на эти задания. К тому же я слышу, что вот тут за дверью у нас амбал. Так, за этой дверью ничего. За этой тоже. Ножик. Деньги. Но, в принципе, неплохо. Так, что у нас за этой дверью? А, понятно, не хочу. Не хочу. Пойдемте сюда лучше. Не открывай, внутри мертвые. Да снаружи тоже мертвые, как бы. Поэтому разницы никакой. Да блин, что я кривой такой, а? Ванная. Ванная у нас факт. И в ванной у нас, в принципе, больше ничего и нету. Ты амбал, что ли? Блять, какая ты страшная. Но не амбал, но что-то близко к этому. Ты сука, жива еще, что ли? Да блядь. Фу, какая страшная баба. Так, и сынок там, или кто там был? Сынок быстрый. Да твою... А, дочка. Да. Извини, Мугамба. У твоей дочери отвалилась голова. Ладно. Это был, конечно, черствый поступок. Мерзкий. Ладно. Так, хорошо. Что у нас тут есть? Энергетики. Шоколадка. Кран, из которого течет плохая вода. Хорошо, ладно. Мы, в принципе, выполнили задание здесь. Сейчас возьмем палку и зачистим таки ту комнату. Раз уж пришли сюда, почему бы и нет. Так, давай, вставай. Добрый день. Ну ты смотри. Фу, все вроде. Отлично. А, этот квест мы выполнили, короче. Ой, так, я надеюсь, в ванной никого нет. Вроде нет. Вроде как этот квест мы выполнили. Осталось только вернуться, но... честно говоря, в этой серии мы не успеваем. Давайте зачистим... Ой, здрасте. Да падай ты, мать твою. Средняя аптечка, хорошо. Так, что у нас? Блин, дохрена дверей. Здесь у нас сральник. Туалет типа сральник. Здесь у нас жилая комната какая-то похожа. Или даже квартира отдельная. Типа коммуналки, в общем, что-то. Ох ты, блин, 500 баксов. Фрукт. Фрукты мы любим. Отвратительный серп. Отвратительный. Тихо. Отвратительный серп побитая. Локализаторы, я вас обожаю. У меня такой отвратительный серп. Так, где он там? Я хочу посмотреть, насколько он отвратительный. Давайте экипируем его вместо вот этого пистолета.
Блин, какой отвратительный серп. Ладно, и что у нас за этой дверью? Еще одна квартира. А, довольно-таки просторная, надо сказать. Но, конечно, не самое лучшее условие для жизни. Фрукт. Жрать фрукты, это, конечно, не очень умно. Так, открыть. 20 баксов с лишним. Там у нас, возможно, на чердаке что-то и было, но меня туда не пускают. Еще баксы. А, ладно, отлично. В принципе, я думаю, какого черта? Давайте мы закончим эту серию. Попытаемся, по крайней мере, очистить тот дом от бандитов в следующий. А пока что нам надо выходить. Интересно, сколько вообще в игре глав? Ну, мне кажется, где-то до середины мы дошли таким неспешным макаром. Я не люблю никуда торопиться. Конечно, на YouTube полно более быстрых прохождений, но я как бы на своей волне. Кому надо, тот меня посмотрит. В принципе, на этом все. С вами был Артур. Продолжим, завершим этот квест в следующей серии. И продолжим выполнять остальные. Пока-пока-пока.